Привет, дорогие друзья! Меня зовут Алексей Ростов. Я рад приветствовать вас сегодня с этого замечательного гавани. Тут замечательные яхты, приятный вечер. И я хочу поделиться одной мыслью по поводу нашего коучинга «Быстрые деньги на недвижимость». Вы, наверное, сталкивались с тем, что все время есть какие-то ограничения. Что значит быть в нужном месте в нужное время, да? Я думаю, у каждого был момент, когда думал, так, если бы у меня были бы деньги, если бы у меня были бы знания, если бы у меня были бы связи, я бы тогда смог сделать. Я бы смог, допустим, подойти к девушке, если бы я был готов. Я бы смог заработать, если бы у меня были деньги. Я бы смог еще что-то, если бы у меня были бы связи. Но в чем проблема? Почему это не используете? Когда я приехал в город Санкт-Петербург, я знал только двух человек. Никаких банковских сотрудников, никаких хозяев банка и так далее. Я никого не знал. Но было только яркое желание, и вот что-то зудело сзади. Вот как бы шило в одном месте было, да? И это позволило нам двигаться вперед, общаться и так далее. Так вот, о чем я хочу поговорить. 1 сентября вот уже прошло, да? И это день знаний, день стремления к чему-то большему. Мы не случайно начали наш коучинг, начинаем наш коучинг в середине сентября. 17 сентября он начнется и будет двигаться 2 месяца к Новому году. То есть мы будем поставим цели с вами и будем добиваться их, чтобы, допустим, к Новому году поехать на заработанные деньги в процессе коучинга, другую экзотическую страну, либо сделать подарки нашим близким. У меня, допустим, цель взять всю мою большую семью, выехать и в Швейцарию и так далее, покататься на лыжах. У вас есть свои цели, но все время есть какие-то ограничения. У многих, даже богатых, состоятельных людей, есть все время, у них нет времени. Как сделать так, чтобы это было гармонично, чтобы у вас были и деньги, и время, и здоровье, и так далее? То есть, грубо говоря, ваше колесо вашего баланса было полноценным. Именно на этом коучке будем разбирать. Сейчас я вам рекомендую приобрести нашу книгу, она по ссылке ниже, да, на Озоне. Для чего? Для того, чтобы вы уже были готовы к нашему коучингу, к движению, да, то есть дальше, чтобы у вас была какая-то информация. Здесь мы собрали все рабочие схемы, которые, ну, на самом деле же по этим книжкам мы начали проводить семинары. Ну, нам очень приятно, поэтому читайте, сконсультируйтесь, это, ну, нам не жалко, все даже, все очень замечательно. Итак, дорогие друзья, сейчас напишите под этим видео 3 ограничения, которые вам не дают двигаться дальше. Что вам мешает начать, да, что вам не хватает? Это время, может быть, деньги, связи. Напишите под этим видео прямо сейчас. А в голове у себя подумайте, кто бы из ваших знакомых, друзей или гипотетических людей, которых вы могли познакомиться, мог вам помочь их решить. Не нужно это писать, это просто в голове. В следующем видео я расскажу, как вот эти 3 проблемы решить при помощи этих людей. Наша самая главная задача этого коучинга – дать вам удочку, а не рыбу, да, чтобы вы могли в любых ситуациях находить грамотное решение. И многие спрашивают, что будет в коучинге, какая будет там программа и так далее. Я вам сейчас не могу об этом сказать. Почему? Каждый день ситуация меняется. Да-да-да, меняется. Допустим, вы все видите из телевизора, что есть проблемы в Сирии. Да, то есть, как бы, возможно, скоро судит в США война. Как это скажется на рынок? Мы ожидаем проблему ликвидности банков в октябре. То есть, что это значит? Что будет меньше денег, людям будет сложнее получить кредит. Сложнее получить кредит, соответственно, меньше покупателей на рынке недвижимости. Меньше покупателей, значит, вы, если у вас будут ресурсы, деньги, в первую очередь, да, и знания, вы можете диктовать свои правила. Итак, дорогие друзья, сейчас под этим видео напишите 3 ограничения, что вам мешает сейчас двигаться дальше. Следующее видео через пару дней будет, я расскажу о том, как решить эти проблемы при помощи ваших связей. Итак, спасибо большое. Не забывайте подписываться на наш канал, жмите нравится и самое главное, поделитесь это видео с вашими друзьями. Скорее всего, среди вашего окружения есть люди, которые думают точно так же. В команде работать лучше. Алексей Росов.